Следующим образом мы это вырезаем при помощи лобзика. Теперь мы эти резанные части соединяем при помощи реек. И с помощью клея мы их прикручиваем. После этого уже переходим к металлической нашей конструкции. Здесь просверливаем по два отверстия в каждом отсеке. И прикручиваем вот сюда в середину. И с помощью кияночки прибиваем эту конструкцию. И прикручиваем это все, короче. И получается вот такая вот у нас конструкция. После этого собираем дно у нас на евриках. После этого на него собираем каркас. Это уже будет само. Так, всю эту конструкцию промазываем клеем. И уже кладем фанеру. После прибили эту фанеру. И все торцы мажем клеем. Пальцем все закрываем. Подожди, чтобы никто не видел, как я саморезы. Чтобы никто не научился, как я. Мы прокручиваем это все на саморезы. Так вот, дно и угол у нас уже готов. Теперь мы собираем саму сиденьку. И закручиваем саморезы. И прибиваем это все на гвоздомет. И зашлифовываем края. После этого берем детали подлокотника и просверливаем по тае. Вот таким вот способом. И теперь у нас получается вот такая конструкция. Это мы еще фанерой забьем.